Привет. Такое не совсем у меня традиционное место съемки. Бываю здесь редко. Тут просто был по делам. В магазине. Как же шумно от него. А в магазине это вот, чтобы вы сориентировались, это проспект Андропова, соответственно, там Коломенская. А улица Трофимова поперек идет, и вот это вот церковь здесь. Вот я просто шел и увидел вот тут такую картину. Вообще облагораживают, скажем так, сквер. Богатырский он называется. Я первый раз слышу. Прочитал просто это название. Вот здесь, смотрите, будут два богатыря стоять. Вот так вот. Даже ямы под них уже выкопаны. Вот. Прикиньте, такая узенькая дорожка и два богатыря. Воды налила, глина там. Видимо, у них еще что-то в руке будет. Потому что явно отверстие, чтобы что-то такое там разместить. Чего? А что в нем секретного? Почему это? Зачем? Ну почему? Для ну объяснить можете, почему ваш трактор вот нельзя снимать? Вам-то какая разница? А вы что-то не то делаете, да? Вы боитесь этого? Ну а тогда чего скрывать-то? Ну, занимайтесь хорошим делом, и вот все скрывать. Что за нужда такая? Что будут деревья? Что делать? Не раз... Пилите, а понятно. Просто слово такое не понимаю, что за гранит. Вот эти вот что? Ветка, да. А, ветка. Понятно. Что такое, не снимайте? То ли он заехал, куда нельзя ему заезжать, он боится, что... Странно все это. Ну, собственно, я, говоря, хотел смотреть на мост с этой стороны. И тут вот видите, как дорожка благоустраивается. Да, надо было спускаться по лестнице, тут из-за деревьев-то ничего не видно. Ну, видимо, они тоже хотят этот так называемый сквер к пуску парка к осени, что ли, сделать. Ну, вот мост. Так, если направо не приглядываться, то, в общем, можно подумать, что он уже и все соединил берега. Ну, к сожалению, тут дорога скоро закончится, потому что там я на автобусе проезжал, и, в общем, там все перекрыто заборами, ничего не видно.
Вот тут вот не знаю, что вот это вот из воды торчат какие-то фиговины. Я не знаю, как их назвать просто. Интересно, их уберут все-таки, а то они как-то портят картину. И вот тут что-то вот шарами обозначено явно. 4 штуки плавают. А тут на самом деле место такое симпатичное. С этой стороны заросли, там, не знаю, камыш это или что-то такое высокое. Потом водная гладь, ну и тут МЧСники. И, кстати, такое ощущение, что отсюда подубрали корабли-то, которые, в общем, просто стояли уже. Остров погибших кораблей, во. Так, все, дорога кончилась, кстати говоря. Все. Дальше еще не сделали. Что-то мне даже такая мысль такая чудная, что здесь, по-моему, ну лично для меня, может быть, даже интереснее, чем в парке. Пройтись по берегу можно будет туда вот, до моста, а может и дальше, как они там что сделают. Да, ну вот они делают дорожки, но, в общем-то, никакого водостока здесь даже и в помине не предусмотрено, понимаете? Как налило вчера, так вот она и стоит, вода. Вот так вот это изначально делается, чтобы было вот так. А потом мы удивляемся, почему все затоплено. А как же не быть затоплено, если просто... В принципе, деваться некуда, изначально не запроектировано это все. Да, причем вот продолжаю развивать эту водяную тему. Посмотрите, какая конструкция-то, да? Ни щель нет, ничего, все замазано раствором и такие высокие... По ребрике. Привет Питеру. Прям как специально сделано, чтобы бассейн здесь образовался в случае сильного дождя. Ну и зимой, соответственно, снегом все зальет, засыпет, потом растает. Пойду по той дорожке. Переход тот старый, зеленого цвета, который впереди закрыт. Так бы можно было подняться и сверху посмотреть, но нет, все закрыто.
что-то намечено делать. Пусть опора какая-нибудь рекламная. Не, а так вот, если разобраться-то, сейчас 18 июля, да? То есть практически осталось, ну, 10 дней, грубо говоря, в июле, потом август, и все. И все, и надо бы, по идее, запускать. Знаю, как нужно работать, чтобы все это к сентябрю сделать вообще непрерывно, по-моему. А тут не знаю, не знаю. Тут уж павлины какие-то, смотри. Ой, не могу. Сейчас так как-то резко наступила жара, вот вчера было весьма прохладно, и сегодня с утра тоже прям тучи нависли, казалось, что вот-вот дождь пойдет. Мы еще с супругой в 6 утра думали, ехать, не ехать в парк, попадем под дождь, не попадем, но решили поехать. Слушайте, как-то люди странно идут по переходу. На рабочих они не похожи. Может, он открыт? Новый вот этот вот. Сейчас мы это выясним.